Дорогие друзья, москвичи и гости города. Меня зовут Тимур Халиуллин, я солист Белгородской филармонии. А сейчас сижу за пультом одного из самых крупных органов нашей страны в Московском международном доме музыки. Приглашаю вас на концертную программу «Виртуозная педаль» 28 мая. В Светлановском зале в 7 часов вечера я представлю на этом замечательном органе программу, в которой будет особая роль отведена педальной клавиатуре. В концертной программе будут представлены сочинения от музыки Иоганна Себастьяна Баха и его старших современников Фрескобальди, Букстехуде, Бальбатра, до композиторов наших дней. Например, среди авторов композитор из Нижнего Новгорода Герман Комраков, из Иркутска Дочибал Григоруца, будет и мое сочинение «Токката для педали соло». Кроме того, блок французской музыки — это «Адажио токката» из Пятой симфонии Шарля Мари Видора. Это эпилог на тему Фрескобальди Жана Лангле и композитор, который очень редко исполняется. Шарль Алькан известен тем, что он писал произведения для ансамбля органистов в четыре ноги. Одно из таких произведений прозвучит в дуэте вместе с моим студентом Иваном Мокшиным. Также будет много сочинений, которые переложены мною специально для солирующей педали, такие как, например, «Баба-Яга» Мусоргского из картинок с выставки и «Полет шмеля» Римского-Корсакова. Насколько же важно для органиста владеть техникой игры ногами и как эта техника может украсить органное исполнительство. Это и самые низкие частоты органа, которые, кстати, имеются в арсенале органа Дома музыки. Это голос кита 64 фута. Это и 32 педали, которые соединяются со всеми мануалами и управляют всеми 5000 труб и трубочек, находящихся внутри инструмента. Поэтому в этой программе, конечно же, будут играть руки, но особое внимание будет уделено ногам. Мы установим камеры и экраны, на которых крупно будет транслироваться все, что делает органист за игровым пультом. Буду очень рад видеть вас на концерте. До встречи 28 мая в Светлановском зале Международного дома музыки.